Харе Кришна. Здравствуйте, кто впервые. Сегодня у нас интересная тема. Мы будем говорить о детях, о будущем ИСККОН. Дети — это наше будущее, и, конечно же, это наша совместная ответственность, как мы их вырастим, позаботимся о них. Мы хотим услышать сегодня ваши идеи, поработать в группах, пообщаться. Что можно сделать, чтобы улучшить вот это взаимодействие между нами, детьми, администрацией, как это сделать красиво, чтобы все были счастливы и довольны, чтобы дети развивались, чтобы они выросли счастливыми, преданными, которые хотят развиваться, чтобы они увидели нашу заботу, увидели наше участие, чтобы мы тоже предложили какие-то свои идеи. Может быть, мы чего-то не видим. Как сделать так, чтобы дети развивались, и они захотели практиковать в дальнейшем сознание Кришны, потому что мы знаем много примеров, когда дети отходят, а здесь они увидят заботу нашу, мы что-то придумаем совместно, сейчас что-то родится, и будем в этом направлении дальше двигаться, строить наши программы, может быть, как-то по-новому, что-то вы предложите. У нас здесь есть гости, да? Может быть, вы из разных стран, у вас есть какой-то опыт, видение, как за детьми можно на программах ухаживать, как смотреть, кто за это отвечает, да? Вот, может быть, вы тоже поделитесь своим опытом, оно будет очень ценно. Вот сейчас мы начнем с лекции. Ивана Читанчана Чампрабу Ки Джай. Стих мы выбрали сегодня, Гуру Махарадж, по Бхагавадгите, 3.20. У вас есть, да, планшет? Вот, мы сейчас попоем, потом будем читать. После этого у нас будет другой ведущий, Радха Кришна Матаджи. Она опытна в таких обсуждениях, она преподает в университете, она чуть-чуть позже подъедет, и мы вместе будем обсуждать это и надеемся, что что-то родится в этом обсуждении, какие-то хорошие и полезные идеи. Надеемся на наше совместное сотрудничество и участие каждого. Спасибо большое. Харе Кришна. Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Koti jana lalaba girivaranhari Koti jana lalaba girivaranhari Shodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Рама,
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare 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 Ram Hare Ram
Бхагавад-гита, как она есть, третья глава, карма-йога, текст 20. Санскрит. Кармана ива хисам ситим астита джанака дая лока санграм мавапи сампашьян картумараси. Кармана деятельностью. Эва даже. Хи несомненно. Сам ситим совершенство. Астхита достигшие. Джанака Адая. Джанака и другие цари. Лока Санграхам. Обыкновенные люди. Эва Апи. Также. Сампашьян. Принимающий во внимание. Картум. Действовать. Архаси. Заслуживаешь. Перевод текста. Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом, хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. Неоднозначный текст. Здесь говорится, что есть деятельность, совершенство деятельности. То есть мы работаем, эта деятельность, совершаем. Деятельность на разных уровнях, на уровне мысли, речи, поступков в основном. Есть и другие энергии, но в основном три направления. Этот шум так и будет. Они сейчас нужны? Время киртана могли бы включить, когда их не слышно. Именно когда нужно слушать, включать кондиционеры. Итак, деятельность, работа совершается при помощи мысли. Ну, может быть, начинается с этого. Затем проговаривается обязательно. И, наконец, уже есть поступки, какие-то физические явления. Но для того, чтобы включить ум, тоже нужно услышать изначально что-то. Какие-то образы, понятия, науки. Поэтому прежде чем приступать к деятельности, мы учимся, мы слушаем. Слушаем, у нас возникают некие представления о деятельности, как я могу это выполнить, должны быть знания. Значит, есть деятельность в знании, есть деятельность в невежестве, без обучения. Деятельность в невежестве – это животная деятельность. Просто есть потребности тела, и мы их выполняем. Тут не нужно образование.
Сюда относятся четыре направления. Еда, каждый сознает, да, биологическое существо сознает, что необходима пища. Еда, сон, также потребность в сне, спонтанно, естественно, есть совокупление и оборона. Четыре принципа вот эти функции. Не требует образования, подготовки. То есть собаки, кошки, птицы, неважно кто, все знают, как это делать. Инстинктивно. Потребности есть желудка, гениталиев и прочее. И есть деятельность в знании. То, что описывается здесь, что предназначено человеку. И что же такое знание в знании? Профессия? Нет. Профессия – это развитая биологическая потребность, может быть. Какие-то навыки приобретаю для чего? Чтобы потом, в конце концов, удовлетворять сон, еду, совокупление, оборону. Чтобы комфортно устроиться в этом мире, обеспечить себя. Вот в этих потребностях. Знание – значит осознание полного целого, то есть работа для полного целого. Обычно начинается этот опыт с семейных отношений, что ты не для себя живешь, у тебя еще есть братья, сестры, родители, там прочие, то есть друзья. Не будь эгоистом, не будь животным. То есть помогай другим, заботься о других, о близких. Тебе это понадобится, когда у тебя будет своя семья. Ты будешь отцом, матерью, и обучают это образование. То есть знание, насколько расширено наше сознание, до какой полноты. Сегодня даже на уровне семьи много разрушений, то есть не хватает знаний. Не говоря же на уровне там, страны, области, не знаю, там, города. То есть люди живут сами по себе, представьте, один человек страдает, и никто не может ему помочь. Нет связи, нет знания о полном целом. Что помогает другим, помогаю себе, то есть это также забота о себе, но уже в знании. Что меня поддерживает все-таки полное целое. Это природа, это общество, это божественные энергии, знания, которые передаются мудрецами, это все поддерживающая сила, я которой пользуюсь. И говорит, карма, она деятельность. Хорошо, но у человека есть три направления деятельности. Это карма, викарма, акарма. Карма – это деятельность, согласованная с писаниями. То есть священные действия, согласованные с заповедями священными. Викарма – это деятельность, не согласованная с писаниями. То есть это то, что я делаю по собственной прихоти, как заблагорассудится. Здесь викарма – значит, я действую против себя. Или греховная деятельность, противоречащая вот заповедям культуры, религии, законам. Воровство – это викарма, допустим. Честный труд – карма, хорошо. Но при этом, строго если говорить, честный труд без осознания полного целого, получается аспект викармы, аспект греха, не сам еще грех, аспект греха. О, как интересно. Это приводит все равно к греховной деятельности. В итоге. Поэтому в любом случае карма должна быть связана с знанием, как это делать для блага всех. Живых существ. Это в высшем смысле слова. Всех живых существ. Потому что мы живем не просто в этом мире, как человеческие существа, а еще есть целый конгломерат, то есть живых существ, огромное количество видов жизни, которые тоже поддерживают этот баланс в природе, эту гармонию. Я часть этой гармонии. Часть я не просто хозяин, да, который как заблагорассудится, кого-то убьет, кого-то съест, кого-то помилует. Нет. Так ты можешь все разрушить. Своим разумом человек. Тебе нужны знания, заповеди. Не убивай. Не убей. Есть такая заповедь, например. Или ахимса, не насилие, живи без насилия. Почему человеку дается такое? Почему тигру не дается такая заповедь? Он не убьет лишнего тигра. Он не разрушит мир. Это будет себе пищу успокоиться. Но человек может уничтожить всю землю вообще. Раздеваясь в этом направлении, потому что ему заповедь, ограничения даются. Не делай этого. Также не прелюбодействуй. Почему? Ты же разрушишь семейные традиции. А в семейных традициях что находится? Священные заповеди там. Именно там самые чистые священные заповеди. Если ты будешь прелюбодействовать, ты разрушишь самый священный союз. Религию разрушишь. Это карма. И такие цари, как Джанаки, то есть это много было, да, здесь
Джанака Ади здесь используется. Ади означает и следующий, за ним и до него. Ади. То есть начало и так далее. То есть многие цари, такие как Джанака, подобные ему были, много таких царей праведных, Раджарис, святых царей, они достигли совершенства просто при помощи деятельности, предписанной их обязанностям, царскому роду. Значит, у царя есть обязанности. Не так, что кто-то царь, ему все можно. Нет, как раз, вот знаете, у него нет свободы, как такового царя. У него такая ответственность вообще. Царь, принц и нищий, помните произведение? Принц завидует нищим, что он свободен, а нищий завидует принцу, что он богатый. Вот. Каждый день расписан, ему не принадлежит практически жизнь. Несете ответственность за всех сразу. И он достиг совершенства, выполняя эти обязанности в соответствии с Писанием. Значит, это великая личность, действующая не по прихотям тела, а по заповедям священных книг. Потому как говорят мудрецы, великие пророки, святые, это подвиг человеческий, говорится, великий человеческий подвиг жить таким образом. И человек достигает совершенства. Ну, совершенство здесь написано сам ситхи. Совершенство ситха означает могущество. То есть такой человек приобретает особый разум, особое влияние, особое полномочие, особую поддержку свыше. Люди думают, ну что я буду соблюдать религиозные писания, что из этого? Они денег не прибавят? Нет, они тебе прибавят все. Они тебе прибавят могущество, связь с Богом прибавят. Ты можешь действовать от имени Бога. Ты становишься очень влиятельным и могущественным человеком. Сам ситхи, ситхи, он достиг ситхи. Такие люди, если здесь на земле, они не уместятся с такими ситхами. Они переходят на более высокие планеты, где больше этого пространства и больше возможностей к применению их ситхам. И в конце концов, этой вселенной управляет одно живое существо только, Брама. Какая ситха? А как вот достиг такой ситхи, выполняя свои обязанности? Много жизней. Написано в шастрах. Если в течение 100 жизней человек в совершенстве выполняет свои обязанности согласно своей природе варнашрама дхармы, он получает положение Брамы, Творца Вселенной. Он может творить Вселенную. Любой из нас, если 100 жизней проживет безупречно, станет, может занять пост Творца Вселенной. Получит такую ситху, такие способности. Итак, означает, сам ситхи получил такие ситхи, которые его перевели на более высокий уровень, да, это на духовные планеты, может быть, или на высшие планеты. Или, как говорят, религии призывают, в рай попадешь. То есть здесь не останешься вот в этом мире страданий, пойдешь в рай. Там будешь наслаждаться бесконечно, счастливо. Сам ситхи, значит. Они обрели такое совершенство. Так и ты должен заниматься своим делом, хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. Остальным слово здесь означает лока-санграхам. Остальные лока-санграхам означает обыкновенные люди есть. То есть люди обыкновенные, есть необыкновенные. Есть сам ситхи, есть обыкновенные люди. Еще такая градация существует. Некоторые бросают вызов люди. Говорит, вы опираетесь на Священное Писание? Да, но их писали люди. Почему вы доверяете им, священным книгам? Это что же люди писали? Это же не Бог писал собственной рукой. Нет. Говорите про Бога, но Бог не писал эти книги. И никто не видел никогда Бога. Это писали люди, они выдумкали это. Но здесь говорится, есть сам ситхи, есть обыкновенные люди. Это не одно и то же. Ситхи, они осознают Бога. Они могут действовать от имени Бога, говорить от имени Бога и писать от имени Бога. Они могут слышать Бога. Это развитое сознание. Как они слышат, как они видят Бога? Да так же, как и мы. Мы же видим все вокруг. Это есть все Бог тоже. Нам просто не хватает разума понять это. Что это перед нами? Ученые задумываются и не могут дать ответ. А что это перед нами такое? Стихии, вода, земля, небо, откуда и почему, где источник, причины. Ни понятия не имеют, почему все так. Они не ситхи, они обыкновенные люди с развитым интеллектом.
То есть они немножко владеют информацией, все, но они не видят, что в любом явлении этого мира или предмете есть, присутствует и причина высшая. Во всех живых существах, во всех явлениях, подвижных или неподвижных, мертвой или живой материи, присутствует причина, высшая причина, везде. Сарва, карана, кара нам говорится. Причина всех причин присутствует везде, в каждом атоме, в сердце каждого живого существа. Все пронизывает. Это люди, наделенные ситхами. Но как они вели такие ситхи? Почему один видит, другой не видит? Один знает свои обязанности, другой не знает свои обязанности. Он действует в невежестве. Еда, солнце, укрепление, оборона. Он ходит на работу, чтобы просто поесть. И поспать удобно. У него нет другого смысла. Он ничего не видит, кроме денег и мебели в магазине, которую нужно выбрать. Он не видит, как устроен мир вообще. Он вообще об этом не думает. Вообще отключен от системы. Здесь говорится о другом. Что человек должен быть соединен. Йога, связь. Должна быть связь у него с Богом. И пример приводится, такие цари, их было множество, они были великими управляющими в этом мире, они достигли совершенства, дали этот пример. Здесь также говорится, что даже если тебе не нужно выполнять свои обязанности, может быть, ты уже выше этого, все же делай, чтобы подать пример обыкновенным людям. Это будет говориться, далее также об этом будет говориться. Ятьята, чарати, шришта. Что бы ни делала великая личность, все остальные обыкновенные люди последуют за ним спонтанно, неосознанно. Все смотрят на знаменитых людей, на прославленных людей, на лидеров и подражают им неосознанно. Это обыкновенные люди. Они знают, кто они. Они не могут жить своей жизнью. Им покажут в журнале французские моды. Они скажут, о, вот оно мое. Итальянская мода тоже мое. А они знают, что его, что не его, что ему нужно, что ему просто подражают, просто для них вот эта вот вся реклама, вот эта мишура, и на них зарабатывают деньги сегодня. Так сказать, великие люди, они не великие, они ситхи. Они такие же просто, как говорится, есть маленькое животное, есть большое животное. Они их просто эксплуатируют. А эти восхищаются ими, даже не понимая, что их эксплуатируют. Что их используют для какой-то наживы. Обыкновенных людей сегодня так используют. Но такие звери, как Джанака, никогда не эксплуатировали людей. Это не является чьим-то долгом эксплуатировать кого-то. Это не является кармой, это является викармой, это является греховной деятельностью. Никогда такого не сделает праведный человек. Праведный человек будет заботиться, чтобы люди встали на верный путь и развивались в сторону ситхи. Чтобы все развивались в сторону ситхи, способностей. Развивали свой интеллект, чувства. Любовь к Богу, любовь к ближнему и прочее, чтобы люди развивались духовно. Это долг лидеров общества. Поэтому для них предписано, если даже ты уже ситха, тебе не нужно какие-то правила следовать, ты уже достиг совершенства. Делай это все равно, потому что люди смотрят на тебя. Если они подражают, то пусть подражают хорошим вещам, которые помогут им. Не пустым каким-то вещам, которые обманывают их. Подражать, естественно, для человека, да, но давайте подражать, чтобы учиться хорошим вещам. Это по стиху. Комментарий Шрилы Прабхупады. Такие цари, как Джанака, были осознавшими себя душами. Поэтому им было не обязательно выполнять предписания вед. И тем не менее, они строго следовали этим предписаниям, чтобы подать пример простым людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Шри Рамы. Сита и Рама с Трета-юги. До сих пор мы знаем эту историю, эту поэму. Высочайшая поэзия, говорится, в мире Рамаяна. Самые чистые образы там написаны. Сита и Рама. Если кто-то читал Рамаяну или изучал ее тем более, он всегда будет все сравнивать. Любого человека бы сравнивать с Рамачандрой, бы сравнивать, а женщину с Ситой. Это эталон. Выше эталона не существует. Это было воплощение нравственности высочайшей Ситой Рамы. И Рамаяна описывает эти истории, удивительные истории, посидение на не умолкает. Это сказание о Рамаяне, оно живет. И
постоянно углубляется. Все ведическое знание там есть. Рамаяне. И Джанака был отцом Ситы. И тестем Господа Шрирамы. То есть Рамачандра, он взял в жены ее на своем варе. Было условие, тот, кто сможет согнуть и натянуть тетиву на лук Господа Шивы, это была реликвия их династии, лук Шивы. Его даже поднять было сложно, одному человеку было практически почти невозможно. Божественный лук. И Джанака, он именно такое слово, он знал, что ни один смертный человек не сможет это сделать. Почему? Однажды, когда Сита еще была маленькая, она играла в мяч с подругами. Цветочный мяч сделали, так кидали, бросали. И мяч этот закатился под этот вот постамент, где этот лук был установлен в храме. Огромный лук Господа Шивы Божественный. Возносил туда несколько сотен человек, устанавливал. А Джанака наблюдала, что там делает его дочь. Смотрела, как она играет. И этот мяч закатился под туда, под лук. И Сита искала, где этот мяч, где этот мяч, увидела, о, он там. Она одной рукой приподняла лук, и другой взяла этот шар. И Джанака омертвела, когда это увидела. Подумала, боже мой, кто такая моя дочь вообще? Я думаю, что это ребенок, но кто это? И тогда он понял, она необычный человек. Она экспансия Лакшми похожая. Потом он думал, ну тогда муж должен соответствующий, он должен выиграть это соревнование. Обычный человек не может быть мужем моей дочери. Он провозгласил вот это, эту самовару, с этим условием съехали все могучие цари, Тепхараты, даже Равана пришел туда, могучий демон, этот, который поднял Кайлаш, знаете, гору Шивы. Ну, конечно, Равана был уверен, что он выиграет самовару. И, конечно, Лакшман и Рамачандра, ему было 16 лет тогда всего, Господу Раме. Они были там с мудрецом Вишвамитра, своим гуру. И они как бы не участвовали без приказания гуру, они еще были в таком мужском возрасте, не принимали такого активного участия. Они просто сидели, наблюдали, что тут происходит. Но Рамачандра уже увидел Ситу, а Ситу увидел уже Раму. И они поняли, что они должны быть вместе. Все это поняли, кто знал их. Что это та самая пара. И Джанака тоже понял, что это самая пара, о которой он думал. И затем началась Ваямвара, эти могучие воины подходили там, в таком духе, знаете, ломали себе чуть ли не спины. Но они так старались, знаете, они насмерть стояли, знаете, кшатри не уступит, ну вот пока спина не сломается вообще. Иногда теряли сознание от напряжения, которое их уносили оттуда. И в конце концов стало распространяться раздражение среди них. Джанака что-то устроил, это посмешище над нами. Да никто никогда не поднимет этот лук, что твоя дочь останется незамужней, что ли? Ты зачем делаешь такие вещи? Ты над нами смеешься, нет? И тут Рамана появился. Стоп, сказал, это моя Свайамвара. Вы что, не поняли, что ли? Я самый сильный, я Кайлаш поднял. Я сражался с Индрой, смотрите, видите, этот, вот этот след от бивня, его ароватый, я царя небес победил вообще. Он поднял этот лук. Но в другой момент он не удержал его. И лук придавил его руку. И Равана как заорет. Он не знал, что делать. Еще никто не смог. И тогда печалился Джанака, что неужели нет мужчин, воинов настоящих, кто мог выполнить это, выиграть это состязание. Рамачандра молчал, ничего не говорил. Вишвамитра сказал, иди попробуй. Вишвамитра понимал положение Рамачандры, он понимал, что это необычный человек. Иди. Иди, выполни мое наставление. Как мое наставление? И Господь Рама подошел в таком, знаете, юношеском возрасте, прекрасном, очень красивый. Все замерли и думали, ну неужели этот хрупкий юноша, если Равана не поднял, эти могучие взрослые мужи, тут воины, опытные, что же юнец это сделает, он еще не брился ни разу вообще. Но все замерли, что он пришел уверенно, абсолютно спокойно к этому луку. Взял одной рукой, просто его поднял, спокойно поставил, согнул, стал натягивать эти... И лук сломался вообще. Говорится, что в ясное небо было, и стали молнии оттуда вылетать.
что этот лук, когда сломал, лук Шивы, этот звук пронизал всю Вселенную. В этот момент все цари потеряли сознание, упали от этого звука. На какой-то момент они просто все свалились с тронов. Упали. Потом стали подниматься, отряхиваться, что это было. Лук сломан. Ну, так или иначе, Господь Рама выиграл эту Свайамвару, забрал Ситу. То есть история интересная, написана в Рамаяне. Как великий преданный Господу, он был выше всех предписаний, но будучи царем Митхилы, он должен был учить своих подданных тому, как следует выполнять предписанные шастрами обязанности. Господу Кришне, его вечному другу Арджуне, не было нужды участвовать в битве на Курукшетре. Но они вступили в сражение, желая показать людям, что насилие тоже бывает необходимо в тех случаях, когда исчерпаны все мирные средства. До битвы на Курукшетре Пандавы, даже сам Господь Кришна приложили все усилия к тому, чтобы избежать войны. Но их противники были непреклонны в таких случаях. Чтобы восстановить справедливость, бывает необходимо вступить в бой и сражаться за правое дело. Если вы видите, что кшаты сражаются, не беспокойтесь. Это их природа. Это нормально. Почему это имеет место в жизни людей, вот эти сражения кшатриев? Нигде не описывается в ведах, что должно страдать мирное население. Никогда такого не было. Никогда такого не было. А кшатри сражаются, это нормально. Любая свадьба без драки у них не проходила. Всегда там кого-то они убьют. И для них это... Для воина это нормальное дело вообще. Никто не смущался от этого. В те времена. И кшатри, если он руководил армией, там какой-то войной, он сам был на поле битвы. Он не был где-то в бункере, нет. Он был также с оружием, он знал это военное искусство. Для кшатри умереть на поле битвы за правое дело – это высшее совершенство жизни, сам ситхи вообще. Он достигает высших планет автоматически, просто дав свою жизнь за правое дело. И поскольку невежество может пустить корни и выглядеть правдой, то решает все как бы честная битва. То есть побеждает дух, потому что воины того времени царские получали одинаковое обучение, как, допустим, Дурьотхана и Пхимасена. Их считали равными в бою. Хотя Пхима был сильнее, Дурьотхана был искуснее в владении оружием булавой. В итоге получалось, что они совершенно были равны и могли так вот сражаться каждый день до бесконечности. Никогда бы не кончилось. Тогда кто же победит? Пока дух не будет сломлен. Вот о чем речь идет. А когда дух сломлен, когда мы защищаем Адхарму. Вот как проводились войны. То есть это было специальное обучение. То есть побеждает правда всегда. Если на самом деле это истина. И вы связаны с истиной. То это как кшатрика, вы должны доказать это как в честном бою. Итак, об этом Кришна говорит, Бхагавад-гита, друг мой, зло никогда не победит того, кто творит добро. Но мы должны знать и быть обучены этому добру. Связи с этим добром. Отсюда получаем силы. Ситхи. Джанаку никто не мог победить. Потому что он был праведным. Кшатри боялись поднять голову, что сказать против тем, что он был высочайшим праведным человеком. И вот Иштира то же самое. Царь Притху. Те враги, которые с ним не очень были дружелюбны, они даже смотреть на него боялись. Такая сила от него исходила. Когда он даже рядом стоял, им казалось, что даже если руку протянуты, не дотянутся до него. Так написано было. О, какая ситха, смотрите. От добродетели. От чести исполнения долга. Но сегодня эта сила утрачена, поэтому и зло может победить, и добро может победить. Сегодня нет связи. С добром у людей они говорят о добре и правде, но связи с правдой нет. У них образ жизни, как у обычных людей. Хотя, говорит, кто-то правду говорит, но живет-то он так же, как и праведник, и неправедник, одинаково живут. Поэтому сегодня все это хаос. Но вообще побеждает только добро настоящее. Опытные преданные, обладающие сознанием Кришны, всегда знают, как поступать, чтобы
чтобы вести за собой других. Об этом говорится в следующем стихе. То есть следующий стих объясняет, как это нужно сделать, осуществить. Как вывести людей на праведный путь, если вы лидер. Например, кто-то скажет, ну я же не лидер вообще, меня не касается. Нет, не ошибайтесь так, пожалуйста. У вас есть семья, значит, вы уже лидер. Вы ответственны перед своей семьей, перед своими детьми. Вы автоматически лидер, если вы имеете семью. Это написано в шастрах. Никто не должен становиться отцом, матерью, полубогом, гуру. Если не способен своих подопечных освободить от рождения и смерти, от невежества, не дать им ситхи. Мы все духовные учителя с этой точки зрения. Если у нас есть семья, у нас есть ответственность. Поэтому нам нужно знать эти вещи. Как же все-таки, да, подать этот пример, каким образом вывести на праведный путь наших подопечных, о ком мы заботимся в этом мире. И кто-то о нас заботится, тоже подает нам такой пример, и как же он нас приведет к совершенству. Да, нужно знать метод. В Гите эти методы описываются. Каким образом можно осуществить прогресс человеческого общества. Деградацию как осуществить, понятно. С лидера все начинается. Если лидеры деградируют, позволяют себе, остальные просто последуют за ними, будут подражать плохим вещам. Этот пример меня впечатлил на Ицикуле, когда я был впервые. Давно уже. Красота неимоверная. Там. Пансионаты, конечно, там, но красота природы, знаете, кто был. И мне сказали местные жители, что раньше, когда они еще были молодыми, никто никогда не омывался в Исыкуле без одежды, в одних вот этих купальных таких вот штучках. Штучки называются. По-другому не назовешь. Не одежда, штучки какие-то. В одежде. Они красиво одевались, представьте себе, красиво наряжались, и так они приходили делать омовение. С таким почтением относились, как к священному месту, вот таким вот. Это я видел еще на Черваке в Узбекистане. Так людям вот, до тех пор, до недавних пор я видел это. Они так омываются, не раздеваются. Почтение к священному месту. А я спросил этих местных жителей, а с чего началось-то все? Как? Пошли купальники. Хрущев приехал, говорит. Никита Сергеевич. Кто он? Генеральный секретарь ЦК КПСС, политбюро. Ну, это лидер, высший лидер, да, в Советском Союзе был. И он вышел на Исыкуль, значит, посмотрел так, ему понравилось, разделся до плавок и пошел. И все, и все стали делать то же самое, без всяких разговоров. Бывший президент Казахстана это понимал. Когда построили Шимбулак, вот эту вот горнолыжную трассу, он первый спустился по ней. Зачем, думаете, чтобы подать пример? Он знал, смотрел Махабхарату. Он знал, что от его поведения многое зависит тоже в стране, где он управляет. Я знаю, что он переписывал Махабхарату, делал выдержки от нее. Когда смотрел этот фильм Махабхарату, он выписывал там некоторые вещи. Учился оттуда. То есть это должен знать каждый лидер. Отец, мать, царь. Мы все становимся представителями Бога, как только у нас появляются подопечные. Потому что мы должны привести их к Богу, а не куда-то еще. Не по своей прихоти. Это описывает Бхагавад-гита. Главный источник трансцендентного знания мирового. Другого не будет такого источника. Только есть одна песня Бога. Посмотрите, Бхагавад-гита — это песня Бога. Другой нет. Непосредственно от Бога исходит. Песня Бога. Бхагавад-гита. Гита — это песня. Итак, кто такой Бог? Вопрос сложный становится. Но сегодня это не наша тема. Поэтому про Бога долго говорить много не буду. Одно только скажу. Он может все. Все, что вы думаете, все, что вы не думаете. И не важно, что вы думаете, он может все. Иногда хотят нас поймать. А может он создать такой камень, который потом не может поднять сам? Может. Вы даже этого представить не можете, верно же? А он может это сделать. А вы даже этого представить, как это может совместить кто-то другое. А он может все. Так что не пытайтесь поймать его ловушку.
нужно понять, что мы в ловушке находимся материальной природы. Вот с этого нужно начать нашу жизнь. С самого себя. А не то, что где этот Бог, кто его видел и прочее, прочее. Сначала нужно глаза вылечить. Мы же все больные немножко. Чуть-чуть с прибабахом. С каждым поговорить. Немножко сумасшедший. Каждый человек немножко по-своему. Так в народе говорят. Каждый по-своему с ума сходит. Но каждый при этом думает, я нормальный. Посмотрите, все видно. Я нормальный. Так я думаю о себе. А Бога вообще нет. А я нормальный. Это норма. Может, он есть, но главное, что я нормальный. Как мы можем быть нормальным, если мы не имеем отношения с источником всего? Мы предназначены осмыслить этот источник. Это норма. Норма дается в Бхагавад-гите. Осознать душу, вот она норма для человека. Это первое, что он должен понять, что он не является телом, а вечной душой. Остальное естественным образом будет понятно, потому что душа, она по природе частичка Бога, она имеет те же самые качества. Тогда будет несложно понять и Бога, принять его существование. Мы качественно абсолютно одинаковы, как души. А тело — это просто мертвая машина биологическая. Ну, выглядит живой, потому что там есть душа. Вот и вся разница. А так она из земли, тело мы это проели, понимаете, наели, нарастили все эти вот кости и мышцы. Природа это сделала, не мы. Мы просто ели. Природа сама это сделала, тело, оно вот выросло. Мы даже не знали, какие мы будем. Не по нашему плану. Нам пришлось стать такими, видите, по неволе. И по неволе придется дальше испытывать все эти перемены в жизни. И вот нам нужно понять, почему эти законы моя душа не принимает. Кто? Душа не принимает. Телу все равно, старое или молодое, телу все равно. Тело не переживает. Душа переживает. Если вы не будете смотреться в зеркало, вы тоже не будете переживать. Что вы душа? Вы неизменны. Если я не смотрю в зеркало, я всегда себя чувствую 16 лет. И в зеркало удивляюсь, что случилось. Опять это странная это вот форма какая-то. Это не я, нет. Это оболочка, да, с ней что-то происходит. Но если вообще не смотреть в эту сторону, вы не будете беспокоиться. Беспокоиться все потому, что мы слишком на себя много смотрим. Как я выгляжу? Если мы себя видим в зеркало, мы сразу замираем. Вот он я. В одном каком-то небоскребе, по-моему, сделали лифт, и он где-то минут там пять, ну, представьте, 5 минут в этой кабине. И людям было очень трудно использовать лифт, но все равно нужно было ездить на лифте. Но жаловались, вот долго. И они тогда сделали, просто зеркало установили там, и жалобы прекратились. 5 минут, нет, недолго. Там можно это раскрыть всю эту штуку, там еще мало времени. Тут я могу часами проводить время. Я так и делал, когда мне было 16 лет, я перед трюмо садился и 2 часа. И в фас, и в профиль, там трюмо же, знаете, можно затылок увидеть там. И я восхищался вообще этой формой. Думал, моя вечная форма, я обрел сам ситхи наконец. А мать тоже там проводила у трюмо каждое утро время, и там и так, и так, и так, и так, и так, и так, чтобы как-то и так шею закроить, чтобы как-то выглядеть. А мне ничего не нужно закрывать, все было в совершенстве просто. Я думала, они уже отжили свое, все, это уже на свалку обоих. Им еще 40 не было, я думаю, все, уже на свалку. Отец никогда к трюмо не подходил. Пока у него не обвис подбородок. Потом смотрю, сидит тоже. И так, и так, и так, и сяк. Тоже пытается что-то сделать. Думаю, боже мой. Это написано в шастрах. Вы идете, видите старика. И просто отворачиваетесь. Что тут досмотреть? Здесь поинтереснее вещь. Не так. Другой биологический вид какой-то. Называется напашьяти. Что вы не увидели? Вы не увидели себя.
Это ваше будущее. Вы не видите этого. 16 лет я этого не видел. Я стану таким? Да нет. Никогда. Я стану молодым, красивым и прочее. Таково сознание. Таково сознание. Но с другой стороны, это отражение духовного сознания. Почему эта иллюзия так нам приемлема сердцу? Что я должен быть молодым всегда. Но я это связываю с телом, которое не я, понимаете? Оно живет по другим законам вообще. Но меня внимание не обращает. По законам какой-то другой природы, понимаете? Все тела живут. А я? Нет, я всегда хочу быть молодым, красивым, не умирающим. То есть теперь нужно понять, что я и есть такой вне тела. Вот эта связь с телом сбивает меня с толку. Я думаю, что тело должно быть таким, но тело не может быть таким. И у меня проблемы. Мне трудно принять вот эти перемены тела, потому что я думаю, что это я. Но если вы не смотрите в зеркало, вам легче познать свое я. Сейчас это невозможно, конечно, чтобы кто-то не смотрелся в зеркало. Люди испугаются, увидев нас. Уже через месяц они испугаются, если вы не будете смотреть за собой в зеркало. Такова культура. Это говорится, что в какой-то момент зеркала были введены в общество людей. С определенной целью. Чтобы остановить процесс самоосознания именно. Затормозить его. Стало очень трудно управлять обществом, потому что стало больше людей. В какой-то момент ввели зеркала. И когда зеркало ушло в быт людей, ослаб интерес к душе. Внимание переключилось на внешнюю оболочку. Все больше и больше. То есть это было сделано когда-то. Сегодня зеркала используются повсюду, конечно же. И когда мы повторяем «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», мы начинаем смотреть в другое зеркало. Это тоже зеркало, мистическое зеркало. Вы увидите себя совершенно по-другому. Изнутри. Вы увидите себя непосредственно. Не извне, а изнутри. Вот ваше истинное «Я». Для этого зеркало не нужно физическое. Зеркало физическое нужно, чтобы просто не беспокоить люди, выглядеть, как они хотят, как принято в обществе. Но настоящее зеркало открывает вашу истинную суть, прекраснейшую суть. Нельзя сравнить тело и душу. Невозможно сравнить. Ну, представьте, тело без души. Вы можете долго смотреть на тело без души? Огромная разница. Если даже вы любили этого человека, там душа уходит, вы не можете смотреть. Напоминает родственника и отталкивает, с такой силой отталкивает, прям ужас какой-то. Вы испытываете ужас просто. Мертвая плоть, ужас, труп называется. Одним словом. А только что вот был человеком, которого я любил, чувство, разум, речь, все было, да, я оживленная. Жизнь уходит, что это? Огромная разница. Так что же мы любим на самом деле? Тело или душу? Тело никто не любит. Если не ухаживать за телом, через месяц уже никто к вам не подойдет близко. Через две недели уже близко никто не подойдет. Разговаривать никто не сможет с вами. Не менять одежду и прочее, прочее. Если не следить за телом, посмотрите, что такое тело. Источник нечистоты. Чтобы поддерживать чистоту, нужно постоянно поддерживать и следить. Это труд. Это нужно приучаться, приучать других, как в чистоте в этой жить, как мыслить чисто, как говорить чисто. Очень сложно. Тело всегда провоцирует нас на какие-то нечистые вещи. И тот, кто пытается установить чистые стандарты своей жизни и следует им, вот это лидер духовный. Вот он обладает ситхами мощными, духовными могуществом. Его слова проникают в сердце просто. Он может просто речь дать, как Джанак. Он просто речь давал, и все становилось правильным вокруг. Все люди с открытым сердцем радовались, счастливы были. И жили, как говорят, такие праведные цари по их наставлению. Они были великими духовными учителями. Управляли сердцами людей, чувствами людей. Управляли так, что любовь в обществе росла между людьми, между подданными, царями, родителями, детьми,
Вот оно управление. Вот оно развитие. И вот этот пример нужно дать лидеру. Сегодня говорилось в выступлении, что есть дети, есть родители. Вот нужно тоже обратить на это внимание. Мы стараемся это делать. Быть настоящими лидерами. Чтобы дети получили от нас большую пользу. Передали своим детям и прочее. Да, мы думаем об этом, конечно же. Дети выглядят иллюзорно детьми. Уже через 15 лет вы увидите, это взрослые люди. 15-20 лет они уже будут самостоятельно полностью уже будут управлять этим миром. Наши дети. Вот которых вы сейчас вот видите. Очень быстро это произойдет. Очень. Ну, прямо на глазах. И не дай Бог для нас, как родители, увидеть, что наши дети катятся вниз куда-то. Что мы так и не смогли им привить что-то, вот, знаете, ценное. Что они превращаются в животных просто. Что их интересуют только деньги, тряпки одежды, кровати удобные, комфорт. Знаете, как горько будет на это смотреть? Это правда. Ну, конечно, это большая ответственность. И в Бхагавад-гите описывается, как, каким методом мы можем повлиять на обычных людей, чтобы их вдохновить на правильный путь. Поэтому мы изучаем Бхагавад-гиту и применяем ее. Хорошо, какие будут вопросы? Мы знаем, что он говорит, что я талант в человеке, и при этом есть Сарасвати, богиня Сарасвати, которая как бы является, да, дает ему подобного рода вдохновление. Вот, но есть один момент по поводу времени. Он говорит, что я время. И вот и нигде не слышал о том, чтобы кто-то отвечал помимо него за время. То есть это его прямой аспект, да, его, он никак не... Аспект времени, в общем, это прямой Кришна, да, то есть без посредников. Правильно я, ли я понял этот момент? Время? Да. Есть ли еще какой-то полубог, либо ответственный, помимо самого непосредственно Кришны? За время ответственны все живые существа. Почему? Вечное время — это сам Господь, Кала. Время — это Кала. Это сам Господь. Его персональное проявление в материальном мире — это Кала. Время. Никто не может преодолеть время. Невозможно. Мгновение прошедшее не вернете за миллион долларов, говорится. Неумолимое время. Все начинается благодаря времени, продолжается и заканчивается под влиянием времени. Так вот, верховное, да, влияние в материальном мире. Но, с другой стороны, это вечное время. С другой стороны, нам всем выделяется количество времени, за которое мы принимаем ответственность. Срок жизни. Это наше время, оно нам дается в распоряжении. Это энергия Бога, это сам Бог в нашем распоряжении. Все от Бога. Все, что мы видим, это энергия Бога. И время выделяет нам в распоряжение срок жизни, ресурсы, которыми мы пользуемся, обязанности, которые должны успеть выполнить за это время. Только успевай, да? Растешь и только успевай. Вовремя нужно учиться, вовремя нужно делать, вот это нужно сделать так, не упусти время. Пропустишь время, потом трудно восполнить упущенное. В каждый период времени человек должен знать свои обязанности. Иначе мы теряем понапрасну время, это необратимо. Можно всю жизнь прожить напрасно, попусту. Необратимо. Поэтому мы тоже должны научиться управлять своим временем, данным нам, наша ответственность. Хари Кришна. Не слышно, да? Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны. Хари Кришна,
Читанчанчан Прабху. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, но он более такой щепетильный, можно так сказать, и он беспокоит мой ум. И не только мой ум, из-за этого я решила задать этот вопрос на общественной лекции. Так, ты уже всех напугала. Давай дальше. Вот, у меня вопрос, тема же сегодня дети, да, дети, ну, как бы это не только кровные, да, вот, к примеру, есть младшие, старшие, равные. И вот сейчас вот у нас в Ятре есть несколько преданных, у которых есть резолюция. Вот, и я не раз слышала от нескольких старших преданных, как эти старшие преданные говорят младшим, в основном младшим, да, чтобы не общайтесь с ними, не нужно общаться. Я понимаю, ну, как бы эти преданные обидели преданных, еще что-то, ну, как бы, что старшие преданные беспокоятся, но это вместе с тем приводит беспокойство, как бы, умы младших преданных. И помимо этого, ну, как бы, очень, ну, как бы, такие, я, как бы, громкие такие слова, ну, как бы оскорбительные слова я слышу в адрес этих же преданных, от старших преданных, которые, ну, как бы не 10 лет, не 20 лет, а примерно 3, около 30 лет в сознании Кришны, и они, ну, как бы вот прям говорят, не общайтесь, они там мошенники и так далее, подобное, причем это, ну, как бы на таких программах, где есть вот год, полгода, как бы преданные практикуют. И вот почему это происходит, и как нам, самим младшим преданным, да, не стать будущим таким карающим. Ну, как бы эти преданные, они совершали свои служения, и пришло, ну, как бы карма накрыла, или какие-то анартхи вылезли. И как мы не будем общаться с ними, не будем поддерживать их, да? Вот, и где гарантия, что мы сами такие, ну, как бы нас так не накроет. Вот, и как нам помогать и в будущем тоже, ну, как бы не быть таким карающим. Дорогие преданные, вы, конечно, духовные все люди, но мало кто из вас понимает, что такое организация духовная. Об этом вот вы забываете. Конечно, вы руководствуетесь писаниями, текстами священными, это хорошо все, но мало кто из вас понимает, что такое духовная организация. Когда Прабхупада говорит о качестве честности, описывает честность, да. Он говорит, что правдивость означает, что если человек вор, то мы должны сказать об этом, что человек вор. Иначе, если люди не будут знать, что он вор, он будет их обманывать. Это не оскорбление в этом случае. Мы предупреждаем, вот этот человек вор, он ворует. Такие предупреждения делаются всегда в святых местах, где много паломников, и ловят кого-то из воров и говорят, вот этот человек вор. То есть духовные люди в полицию могут его не сдать, или там еще что-то, но сказать, предупредить всех, вот этот человек ворует деньги. И показывает его. Но оскорблять не нужно при этом. Если мы хотим наказать человека, мы должны сдать его в полицию, закону. Но правду сказать нужно, если это на самом деле так, если он мошенник. Но и мошенники могут практиковать сознание Кришны, вот в чем дело. Мы все тому подтверждение. Кто из нас без греха, бросьте первый камень, говорится. У нас тоже куча недостатков, и тоже мы просто нас еще не разоблачили. Итак, наслаждаться не нужно тем, что кто-то мошенник. Мы наслаждаемся, что он мошенник, и начинаем его преследовать для собственного наслаждения. Это демоническое качество. Мы как? Сострадаем. Переживаем за него, конечно же, но наказание требует, чтобы остановить эту деятельность, нужно остановить его, несомненно. Общество должно отреагировать. Если это так, если он мошенник, нужно остановить. Иначе вот круговая порука. Он мой друг. На этом основании я его покрываю. Это круговая порука. Это проблема. Так наше общество не будет честным, будет плохой организацией. Кто же будет доверять нам? Да, да, ну просто вспомнилось о том, что вы говорили, что Господь Рамачандра, он пример был для всего, и вспомнилось, как они играли с сестрой Раваны, ну как, ну в смысле, передавали два брата, Лакшман и
Рамачандры, они как бы говорили о том, вот этот вот момент, мы же знаем, мы же видим со стороны, что они чуть-чуть были, как бы это сказать, ты про какой сюжет скажи? Честно скажи, честно, открыто. Сестра Раваны говорила: Рамачандра, выходи за меня, бери меня в жены. И он говорит: нет, нет, вот надо к старшему, он ему достанется все царство, он старше, он. И он отправляет к нему, а второй говорит: так нет, тебе же к Рамачандре надо. Но они же, по сути, они же не были чисты с нею, ну, то есть они как будто бы играли с нею, то есть, значит, получается, Рамачандра показал, что можно иногда и заниматься подобного рода играми. Нет, нет, смотри, послушай, как было на самом деле все. Это была сестра Раваны, демоница, сильнейшая демоница была, Шурпанака. Она пришла, увидела Господа Рамачандру, и очаровалась им, сразу влюбилась в него, ну, вожделилась, так скажем. Потому что она демоница, да? А Рамачандра, он дал обет, знаешь какой? Вот видишь, Экапатни Врата, одна жена только. Он уже был женат, была сита, и он уже дал пожизненный обет, чтобы только одна жена у него. Шурпанака признается к нему, в любви, она принимает прекрасный образ для него специально, она очень красиво выглядит, подходит, у нее клыков нет, ничего нет, все нормально. Привела себя в порядок. И говорит: вот я решила за тебя выйти замуж, это кшатрия, а кшатрия не отказывает женщине, не имеет права, вот бери меня в жены, значит. Он говорит: да, я бы с удовольствием тебя взял бы в жены, конечно, ну, как отказать такой красавице, но я дал обет Патни Врата, и я не могу жениться. Посмотри на Лакшмана, он младший брат, но он такой же, как я, смотри, мы одинаково с ним выглядим почти. Шурпанака, она очень простая. Она посмотрела на Лакшмана, действительно очень красивый, тоже нормально для меня пойдет. Ну, она сказала: вот тогда ты меня возьми в жены. Он говорит: Шурпанака, ну ты же демоница, ты же хочешь выйти за человека номер один, верно? Он говорит: да. А я, говорит, номер два, я младший. Он разгадал его настроение, не то что не играли, они говорили правду. Поэтому тебе нужно идти снова к нему. Она снова к Рамачандре: да, я должна выйти за первого, не за второго человека, только за тебя. И тогда Рама сказал: иди, я тебя познакомлю со своей женой. И Ситу позвал. И когда Шурпанака увидела Ситу, она так обозлилась: вот эта соперница настоящая, равных нет, надо ее съесть. И тогда Экапатни Врата, нормально, он женится на мне, вот одна жена у него. Это был ее план, съесть Ситу. Она бросилась на нее, она приняла этот образ демоницы, чтобы съесть Ситу, они же людоеды. И вот тут Лакшман запустил в нее оружие, но не убил, потому что она женщина, отрезал нос. Представьте, что такое для женщины отрезать нос, вся красота, все. Вот такая вещь, вот такая история. Понятно, тогда все ясно, все нормально. То есть мы так не можем делать, как ты хотел, видишь, правильно? Давайте вести себя по-человечески. Хотели уже начать обсуждение, просто... Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны приняйте, пожалуйста. А вот вы говорили, что в духовном мире, ну, у нас есть наши, ну, как бы, духовные тела, и обязательно ли они, ну, в человеческой форме жизни, они же могут быть и там в растениях, или в животных. И не служило ли это, то, что мы сюда пришли, ну, с духовного мира, как бы, сюда, потому что мы захотели быть похожим на Господа и захотели быть в человеческой форме жизни. То есть, возможно ли такое, что там, скажем, мое духовное тело там как там, ну, в виде животного или в виде растения? А как ты хочешь? В каком виде ты хочешь там быть? В каком будет, в таком и я приму. Хочешь быть бурундуком, например, нет? Ну, если там так мое служение в духовном мире, не знаю. В духовном мире все духовно. Там нет разницы между деревом или коровой, или человеческой формой жизни. Все на одной платформе находится, сознание. Там нет невежества никакого вообще. Там все освобожденные, просветленные души, даже воздух духовен, вода духовна. Любое живое существо, оно духовно. То есть между ними нет духовной разницы.
неважно какая форма. Форма принимает в зависимости от расы уже, отношений. Как ты любишь Кришну, вот отсюда будет сходить твоя форма. Потому что ты его любишь как-то не так, как все. Это индивидуальность. И твоя любовь, она не повторится ни в ком. Только через твою сварупу. И это предоставляет для Кришны самую большую ценность. Каждое живое существо, оно отличается от другого в своих отношениях, в своей любви. Когда они общаются, им очень интересно обогащаться друг от друга. А обычно они просто восхищаются постоянно окружающим миром и друг другом. И прославляют друг друга и Господа Кришну. Беспредельно это происходит. Это удивительная атмосфера. Если вы думаете, что там Барундука никто не заметит, нет. Описывается, что когда Радха и Кришна входят в сад Вриндавана, в лес Вриндавана, они прогуливаются по утрам. Зачем? Они смотрят на деревья и травы, и лианы. И если там в лесу Вриндавана, представьте лес Вриндавана, безграничный, появляется новый росток, они мгновенно его замечают и бегут к нему встречать его. Такое сознание. Таково знание их, положение. Знают каждое живое существо. Полная цена. Полная цена. Прямое решение. Хари Кришна, спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Сейчас мы начнем интерактив. Перед тем, как мы начнем, мы хотим прославить наших сегодняшних поваров и спонсора нашего пира. У нас сегодня пир спонсировал Санхи Аватар Прабу. Он благословений на проповедь в среднеазиатском регионе. Давайте все вместе его благословим. Вот как раз снимают нас. Ниттай Гоура Примананде! Хари Ва! Хари Ва! Хари Ва! Большая благодарность Санхи Аватару Прабу. Я помню, что Гуру Махарадж был впечатлен его проповедью. Он рассказывал, несколько раз, я помню, вы рассказывали на лекциях, что очень здорово он проповедует в азиатских странах, и люди прям включаются в харинамы, в киртаны, совершенно неподготовленные люди воспринимают сознание Кришны. Вот, поэтому большая благодарность Санхи Аватару Прабу за это и за спонсорство. Желаем вам от всей души удачи, успехов в проповеди. Ждем вас на нашу среднеазиатскую ятру. Приезжайте. Хари Кришна. Спасибо вам большое. Сейчас... аудитория преподает много лет в разных университетах право. Вот. И сейчас мы тоже друг друга, наши идеи, пообщаемся. Будет такой интерактив ответственности родителей.